Всем привет! Вы находитесь на канале «Братья Воробьёвы. Путь к чемпионству». В сегодняшнем обучающем видео мне поможет мой старший брат Макс по прозвищу «Руки-ножницы». Сегодня мы покажем вам, как снимается блок соперника для того, чтобы атаковать его. Ребята, перед просмотром данной обучалки мы бы очень хотели, чтобы вы подписались на наш канал и жестким ударом справа попали в колокол, который в будущем вам напомнит о наших новых обучающих видео. Всем приятного просмотра, друзья! Are you ready? Бакс! Когда перед вами стоит парень, хорошо перекрытый блоком, кстати, этот стиль защиты называется глухая защита. Казалось бы, что в такого соперника очень сложно попасть точно, но существует очень много вариантов, как эту защиту раскрыть. Сейчас мы вам покажем один из способов, как можно взломать такую оборону. Соперник стоит в глухом блоке. Вместо своей атаки вы свою левую перчатку накладываете на левую перчатку соперника. Положите перчатку так, чтобы она как крючочек была, чтобы вам было удобно резким движением вниз опустить перчатку соперника. Тем самым вы откроете часть головы соперника, когда можете атаковать его. Поплотнее возьмите перчатку соперника, чтобы ваша рука не соскользнула, не соскочила. Тогда он поймет вашу затею и будет от нее защищаться. Когда вы резко тянете руку вниз соперника, она достаточно легко сгибается в локте, особенно тогда, когда он этого не ожидает. В тот момент, когда вы снимаете перчатку, одновременно наносите удар. Практически делайте это одновременно. Бум! 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 Удар может быть как боковой, удар может быть и снизу, удар может быть и прямой. Все зависит от вас и от ситуации в ринге. То же самое можно делать и правой рукой. Вы это можете даже скрыть за счет правого прямого. Вы можете бить правой прямой, потом вы можете сделать как бы движение правого прямого, но вместо этого вы накладываете свою правую перчатку на правую перчатку соперника. Таким же резким движением вниз вы открываете голову соперника и наносите свой левый боковой. Левый боковой, удар снизу или джеб. Практически одновременно. Помните, снимаете и бьете одновременно. Почему я прошу вас одновременно бить со снятием блока? Потому что в тот момент, когда вы снимаете блок соперника, у вас есть доли секунды, чтобы атаковать его. Потому что потом рука рефлекторно вернется назад. Я думаю, что идеально эту штуку делает Василий Ломаченко. Я предлагаю вам посмотреть, как это действие выполняет хай-тек. Ребята, мы с братом благодарим вас за просмотр. Больше пишите комментариев. Мы читаем абсолютно все. И постараемся отвечать каждому. Ставьте лайк. И не забывайте бить колокольчик.